Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас вновь приветствовать на своем канале. И сегодня у нас будет видео об одной маленькой неприятности, которая может возникнуть у каждого из вас, ну, на вашем инструменте, будь то баян или гармонь, или же аккордеон, неважно. Мне задал вопрос один из моих подписчиков на эту тему. Я сначала думал в комментарии ответить, но потом все же решил, думаю, что будет полезнее, если сниму ролик, потому что проблема, она банальная такая, небольшая, но создает она дискомфорт при игре. Это итак, хочу предупредить, что сегодня мне могут помогать видео озвучивать коты. Только вот февраль месяц, а у нее же орут, тут начались у нее же эти свадьбы, соседские сбегают, в общем, тут так, что если что, у меня озвучка дополнительная, не обращайте внимания. Итак, значит, какая проблема? Вот сейчас, значит, человек написал, да? Я сегодня покажу на примере гармошки Маричка, тем более, что у человека тоже Маричка, но это не важно, это... На всех гармониях, баянах это одинаково. Вот бывает, да, берем гармонь, играть. Да, расстегнули, все как положено. Вот. Растягиваем, видите ее? Растягиваем. Сжимаем. Звука никакого не издается. А бывает, что вот берем гармонь, кнопочку не нажимаем, да, вот. Ну я нажму, потому что... И слышим звук. Самопроизвольный. Либо она на полную мощь играет, либо там слегка просифонивает. Значит, возможно ли это исправить? Давайте попробуем разобраться. Значит, скорее всего, это только эта причина, я думаю, тут в основном. Это если клапан не прикрывает отверстие на деке. Давайте мы снимем решеточку у человека с правой стороны. Поэтому будем снимать правую сторону. Ну, это одинаково и правой, и левой. Вот, вынимаем эти гвоздики. Ой, я прошу прощения. Колечко улетело. Ладно, я потом его найду. У Марички их много этих гвоздиков. Прошу прощения, что будет, ну, долговатое видео, может, знаете, как у нас. Но я не хотел подготавливать это все, разбирать. Мы все при вас. Ну, потому что многие разбирали 100 раз уже, да, эти гармонии. А может кто-то посмотрит видео, который первый раз держит в руках и боится что-нибудь там снять, посмотреть. Итак, смотрите, раз. Мы добрались до клапанов. Кстати, в этой гармошке сам клапана переклеил, да? Вот, видите, клапана. Вот. Давайте я ближе передвинусь, пусть лучше меня будет хуже видно, но инструмент лучше. Я сам без оператора всякий цветок. Так, смотрите, я надеюсь, будет видно. Вот клапана. Бывает, что этот клапан, ну допустим, вот это возьмем крайний, да? Я даже для вашего нагляда, вот, и он раз на сторону стоит, вот, раз на сторону. И видно, что он не перекрывает отверстие. И мы если растягиваем, видите, играет сам. Так, ставим его на место. Если визуально вы видите, что у вас все клапана на месте, все перекрывает, но звучит, вы, допустим, удобнее при растягивании раз, и каждый клапан берете пинцетик или, ну, даже, ну, тут пальцем неудобно, вот отверточку легенько так, или палочку, и прижимаете. Ага, опа, раз, ну человек говорит, что где-то у него нижнее, там, или этот, прижали, опа, перестал звучать, отпустили, звучит. Значит, что сделать? Допустим, вот это самый клапан, да? Вот нажали кнопочку и немножко его вниз. То есть немножко его подогнуть.
то когда вы опустите, чтобы он плотнее, пружина его плотнее прижат, прижмет. Вот. Бывает такое, что вот он просто сильно вверх задран, да? И вот, кстати, пружины просто не хватает нормально его прожать, прижать. Ну, надо еще посмотреть, не отвалилось ли здесь на клапане, там кожа, вот, да, прокладочка, кожа, не отвалилась ли она. Ну, давайте я уже назад подвинусь, думаю. То есть, да, еще раз. Бывает, что клапан просто сдвигается, и он не перекрывает до конца. Видите? Вот. Либо он может просто не прижиматься, поэтому разжав гармонию. Да, вот. Он может никак приподнять его так. Видите? Поэтому берете, каждый клапан прижимаете и гармония просто опускается потихоньку. Прижимаете, прижимаете. Опа, перестало звучать. Значит, этот клапан. Находим. Ага, вот этот клапан. Да, вот этот клапан. Нажали кнопочку. И только не на сам клапан нажимаете, а вот на если вот я у человека морячка, потому что вы оторвете от этой кожи, которая крепит. Вот сверху, тут где рычажок, вот так посерединке прижмите. И немножко его туда так, не у сердца, слегка прижимаете. Отпустили, попробовали. Ага, еще свистит, еще немножечко. Но это при условии, также обращайте, что у вас вся кожа на месте. Даже если кожа старенькая, там уже такая, но все равно она должна быть на месте. Тогда, если вдруг у вас эта кожа отвалилась, или вы там сомневаетесь в ее герметичности, на что вы делаете? Аккуратненько снимаете вот это крепление кожу, аккуратно снимаете, отклеиваете этот клапан, и с другой стороны, если кожа на месте, но она как-то на щеткой, по зубной щеткой такое поднятие и ворс. Если отвалилось, значит приклеить. Если там вся эта кожа отваливается, тоже ничего страшного. Снимаете эти клапана, на левой, на правой стороне это очень легко сделать. Покупаете кожу. Ну, хорошо. Смотрите, кожа, во-первых, это дороже, да, и не сразу таки всем найти ее. Ну, в интернете есть. В магазинах для творчества, в книжек, канцтоварах, там всяких для детского творчества есть такой материал, как... Я точно могу ошибиться, сейчас ошибиться. Фоумиран или как? Или фумиран? Что-то такое. Мягкое такое оно. Вот гармонисты сейчас еще им клеят. Я не знаю, насколько это долговечно, насколько практично работает, насколько долго, не знаю. Ну, по крайней мере, если один клапан у вас, я думаю, и кожа на месте, нужно просто его, вот, просто его вниз так и прижать. Либо, ну, место ему, может он неправильно садится. Тоже, если вы нажали клапан, да, и он неправильно садится, он не встает на свое место. Значит, раз, подняли, и слегка его, он же вправо-влево, он металлический, его подогните, только аккуратненько. И вся вот проблема уйдет. Так, собираем это на место. Если что-то непонятно, напишите. В левой механике та же самая история. Единственное, что там это все находится под механикой. И если вдруг придется снимать клапан, то, конечно, не совсем удобно. Если вы никогда механику не разбирали, ну, не, пробовать можно. Сфотографируйте, как оно там выглядит. Главное, если разбираете, да, вот механику в левой руке, и там эти толкатели, штырьки такие, которые, ни в коем случае их не гните. Так, я уже вижу, я потом достану, не вижу где. Не гните, потому что потом назад правильно не поставить. Ну, раз я уже взял гармошку Маричку в руки, да, давайте.
Так, о проблемке я вам сказал. Это небольшая проблема, не нужно бояться этого. Эта крышка снимается легко. Если другая гармошка, может там кого-то на винтиках. Поэтому сняли, и это все клапане дело. Все клапане дело. Если такой самопроизвольный, раз и он свистит, нашли его и там уже поправляете. Ну а сегодня всем пока. Спасибо всем за внимание. Кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь. Спасибо за внимание еще раз. До свидания. До новых встреч на моем канале.